Хейхо, ребятки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! С вами Борода, это Battle Arena Hero Adventure, и сегодня мы сделаем обзорчик на эту игру. Сразу хочу сказать, в игре графика, ну, как на мой взгляд, простовата. Много различных компаний есть, аренка, альянсы, порталы времени, события, ивенты, испытания. То есть есть выбор, куда сходить для любителей PvP, есть и аренки, и ивентики специальные. Для любителей PvE-шек есть довольно-таки большая компания с различными островками и всем остальным. Допустим, первая глава. В первой главе у нас идет 18 боев. И, естественно, каждый из них все сложнее, сложнее и сложнее. Таких компаний у нас 12. После этого у нас открывается следующий остров, и мы смотрим, что нас там ждет. Хорошо. Есть различные классы героев, их очень много на самом-то деле. Я только начал играть, поэтому обозреваем первых трех героев. Гром и два ноунейма. Игра очень сильно похожа на Idle Hero, игра гораздо более известная, нежели Battle Arena, игра, которая одна из первых запустила данный жанр игр. Бои проходят в автоматическом порядке, вам необходимо лишь в нужный момент нажимать определенные скиллы, когда вам это надо, когда вы видите в этом необходимость. Все остальное в игре происходит в автоматическом порядке, вам больше делать ничего не нужно. Правильный подбор героев, правильная раскачка героев, выбор снаряжения и вовремя использованные ульты. Это все, что от вас требуется в этой игре. Ну и, конечно же, упорство, потому что уровней в игре много, проходить игру долго. Игра работает исключительно от Wi-Fi, то есть нужен интернетик, а обязательно офлайн в игру не получится играть, потому что много чего зависит от интернета, нужен постоянный доступ, идет и постоянная подгрузка файлов. Игра очень хорошо обновляется, соответственно, вам не придется скучать, есть множество различных ивентов, новые ивенты чуть ли не каждую неделю, что, конечно же, большой плюс. По боевочке, механике, всему остальному никаких проблем нету, все оптимизировано, нету никаких зависаний и прочего. То есть, я думаю, пойдет на даже самом слабеньком телефончике, поэтому если кому-то надоел Idle Hero, то добро пожаловать в Battle Arena Hero Adventure. Я думаю, вы найдете здесь, что вам делать, меня довольно-таки сильно глушат. Даже почти сбили первого героя, но мы еще живы и получаем 3 звезды. Хорошо. Так, можно распределить, кстати, снаряженьку, мне кажется, что-то я донашел. Поэтому можно и надеть, и интересно, мне хватит? Да, мне хватит на то, чтобы сделать... Нет, не хватит. Мне не хватает брони, кстати говоря. А так бы можно было бы уже делать слияние и спокойненько радоваться жизни, повышая своего персонажа. Хорошо, здесь есть, и тут уже я ничего не могу кинуть. Так, мы повышаем им звездность за счет очков кванта. Мы делаем слияние, повышая их цвет. Слияние делаем за счет того, что выбиваем различные вещи в компаньке. То есть все очень просто. Давайте пройдем еще одну. Так, здесь у нас есть босс, я думаю, мы сможем его убить. Есть классификация героев, естественно, саппорты, танки, бойцы, лучники, маги. То есть, довольно неплохая классификация. Да, она стандартная, но в большинстве игр такого нету, поэтому меня здесь это, конечно же, порадовало. Если игрушка вам понравится, если игра зайдет, то я сделаю больше гайдов, я сделаю фулл прохождения каждой из компаний и постараюсь подать материал как можно лучше. Поэтому обязательно пишите об этом в комментариях, нужно ли продолжать снимать Hero Adventure, хотите ли вы ее видеть, возможно, знаете игры подобного жанра, советуйте, пишите, все посмотрим, обсудим, снимем. Так, ну а мы проходим компашку, добиваем врагов. Так, у нас, кстати, боссик. Я хочу пройти его на 3 звезды, поэтому лучше не умирать. Быстренько добивать. Как вы видите, без юза ульты не особо большой дамаг, но тем не менее этого достаточно для того, чтобы проходить, по крайней мере, первую кампанию. Хорошо, забираем.
мы не получили то, что мне надо. Мне нужен все-таки доспех. Но мы выполнили одно из заданий. Пройдите, так, в главе 1, эпизод «Туманная долина». Хорошо, 4 энергии, 1000 монет. Как по мне, весьма щедрые разработчики. Ну и это, кстати говоря, правильно. У меня открывается новый герой. Герой называется Ворон. Так, хорошо. Что мы можем ему использовать? Давай. Так, мы повысили ему боевой уровень за счет наличия книг. Это очень хорошо. А я могу ему надеть пару... Уже не могу пару. Ну да, пару вещей так и получилось. Хорошо, 2 вещи я надеваю ему. Все остальное мне придется вытащить. Улучшение навыков, но я бы навык, наверное, его не улучшал. Я бы улучшил больше навык Грому, потому что, ну, у него довольно-таки хороший массовый скилл. Хотя, знаете, у меня хватает пока что достаточно денег, героев немного, и можно шикануть, улучшив всех. А сюда закинем кинжал. Отлично. Ну что ж, дорогие друзья, я буду с вами прощаться. Это был обзор на Battle Arena Hero Adventure. Если вам понравилось, обязательно пишите в комментариях, что хотите увидеть. Всем спасибо. Пока-пока.